Здравствуйте, дамы и господа, вас приветствует Слава Бараев, ресторан «Они». Сегодня мы будем готовить салат домино. Берется чистая сковородочка, накалывается туда, сковородка добавляет немножко маслечка. Потом мы берем масляную рыбу и вот так полосочками мы нарезаем ее. Да, вот раз, вот так. Еще раз. Вот так. Обычная красная рыба, чистое белое филе. Также мы ее порежем соломкой. Не совсем тонко, потому что он будет рассыпаться. То же самое. Также соломочкой, красивенько. Теперь мы солим и перчим. Немножко перчика можно молотого, некоторые берут белый перчик. И посолили. Немножко мы солим его. И немножко лимончика. Можешь, в принципе, свежего можно сделать такой жидкий лимончик. Немножко сделали. Берем масляную рыбу, нашу соломку, и мы ее опускаем в этот сезам. Или кумыль, да? Все это мы аккуратненько, так сказать, окунаем. И медленно опускаем ее в сковородочку, да? Слегка мы его как бы обжариваем с двух сторон. Когда слегка обжарили одну сторону, обжариваем другую. Видите, какой цвет красивый. Самое главное, ее не передержать рыбку, чтобы она не была сухая. Рыбка готова. Сейчас мы ее снимаем сюда. А теперь обычный лакс. Берем и обмакиваем его в сезаме. Мы уже как раньше мы его подсолили, поперчили и также его в сковородочку. Желательно, ребята, чтобы не была сильно наколитая сковородка, а то белки свернутся, а внутри будет все это жесткое. Вы увидите, будет какая вкуснятина, это вообще. Одну часть мы переворачиваем, посмотрите, какой цвет прекрасный, золотистый. Как доктор прописал. Самый раз. Желательно, ребята, не режьте салат, он дает сок, а потом быстро чернеет и портится. Просто вот так берете, порвали, это, скажем, Лёля Росса. Потом взяли Лёля Биондо. Это итальянские салаты, честно говоря, я не помню, как они у нас по-русски назывались, были ли они у нас вообще, но очень полезно, очень вкусно. Это айшплат салат, тоже довольно-таки вкусненький салатики. Вот прям вот такими кусками большими можете вставлять его. Пока мы салатик рвали, рыбка наша готова. Вы заметили, не прошло 5-6 минут рабочего времени. Добавляем немножко рукола салат. Это вообще очень полезная травка. Многие говорят, что он там горький, бита, но он хороший, он не горький. Если хорошего качества, очень хороший. Все вот так подмешиваем. И мы режем немножко там помидорчики. Помидоры, огурцы, вы можете по-всякому, я не знаю, можно вот так просто порезать и сюда, да, также огурчик, порежем вот так, это все будет добавляться в салат. Немножко паприки, мы ее сделаем кольцами. Немножко красненькой. Немножко чикори салат. Но это такая, знаешь, как для декорации очень вкусненькая она так. Вот так раз, вот эти края, они немножко горькие, я их так обрезаю. Перемешанные с листьями салатиками мы перекладываем на обычную тарелку. Потом мы немножко солим. Кто хочет перчить. Да? Немножко лимончика и растительного или оливкового масла на вкус. Теперь мы добавляем наши овощи. Немножко чикори, паприки. Вы видите, сколько витаминов. Самый крутой салат вообще. Помидорчики, огурчики. Вот у нас получился гемиштый салат со всеми там овощами. Теперь мы делаем
закругляем наш, как говорится, салатик. Лакса, бутерфиш. Немножко лакса, немножко бутерфиш. Немножко ягодки. Приятного аппетита. Свитамин салат. Такой необычный салатик, ребята. Я вам желаю, чтобы вы каждый день его кушали. Это вам принесет много здоровья, много счастья, много улыбки. Всего хорошего.